Я з даўнім стані прывяла да крымінальнай справы. Намеснік прокурора Гродзенскай вобласці санкцыянаваў узяцце пад варту 60-гадовага жыхара Магілёўшчыны, які ў жніўні гэтага года здзейсніў ДТЗ на вуліцы Паўднёвай у Гродні. Як паказаў медыцынскі агляд пасля аварыі, вадзіцель быў у алкагольным ап'яненні. Согласно материалам уголовного дела, мужчина в августе 2024 года в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Nissan и при движении по проезжей части улицы Южной в городе Гродно, совершая на перекрестке на разрешающий сигнал светофора поворот налево, в нарушение правил дорожного движения не уступил дорогу встречному мотоциклу и столкнулся с ним. После столкновения мужчина пытался скрыться с места происшествия, что было пресечено сотрудниками милиции. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летнему водителю мотоцикла причинены тяжкие телесные повреждения. Действия водителя квалифицированы по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Заместитель прокурора санкционировал применение названной меры пресечения с учетом обстоятельств и тяжести преступления, а также личности обвиняемого. Крымінальная справа знаходзіцца ў вытворчасці ўпраўлення следчага камітэта па Гродзенскай вобласці. Санкцыя артыкула за здзейсненае ДТЗ прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін ад 3 да 8 гадоў.